Всем привет, с вами Информ ТВ. Анатолий Руденко давно зарекомендовал себя как успешный и талантливый артист, за спиной которого уже достаточно ролей и в кино, и в театре. Помимо актерского мастерства, Анатолий может похвастаться незаурядной внешностью. Высокий, представительный и обаятельный. Он своей харизмой может очаровать практически любую женщину. Если узнать, кем является его отец, сразу становится понятно, кому обязан Анатолий за столь привлекательную наружность. Александр Мартынов покорил зрителей искусной игрой в театре и кино еще в 80-х годах. Именно тогда он заработал народное признание, став звездой первого эшелона. Александр изумлял режиссеров гениальным перевоплощением. Он вживался в любую роль и поэтому так ценился в мире кинематографа. Военно-полевой роман и «Право на прыжок» – это лишь малая толика его фильмографии. Как только Мартынова взяли в труппу театра Маяковского, он моментально затмил всех собой. Из всех мужчин в коллективе Александр был самым харизматичным. О личной жизни артист умалчивал, предпочитая не распространяться о любовных похождениях. Но всегда найдутся те, кто обстоятельно покопается в чужих делах. По знаменитой Маяковке сразу поползли слухи о том, что у Мартынова более 5 внебрачных детей от разных женщин. Анатолий родился в 82-м году. В это же время его мама Любовь Руденко играла вместе с Мартыновым на одной сцене театра. Сравнив фотографию Александра в молодости с Анатолием в настоящем времени, многие сразу же отмечают родственную схожесть между актерами. Любовь Руденко не стала выдавать Мартынова. Ее сын по-прежнему носит ее фамилию. Долгое время его отцом считался Кирилл Макеенко. И вот правда вышла на свет только недавно. В 2000-х годах Александр Мартынов решил, что отдал достаточно сил и времени театру и отправился на заслуженный отдых. Он оставил Москву и перебрался в тихий поселок. Говорят, что у него на данный момент имеется маленькая дочь, и он счастливо живет в новом браке. Но правда это или нет, неизвестно. А как вам кажется, похож ли Анатолий на Александра? Пишите в комментариях. Если вам нравится Руденко, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!